Привет, друзья! Вы на канале «Готовим с Мариной Ломака». Сегодня предлагаю приготовить вкусный, сытный салат, который готовится быстро, легко, а получается очень вкусным. Весь рецепт я напишу под видео. Мелким кубиком нарезаем репчатый лук, огурцы и отварную свеклу. Измельчаем укроп, на растительном масле обжариваем до легкого румянца, до мягкости репчатый лук. Соединяем все в одной миске. Перемешиваем, и салат готов. Салат получается вкусным, сытным, готовится легко и просто. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь моими видео с друзьями в соцсетях. И не забывайте нажимать на колокольчик при подписке, чтобы не пропустить мои новые видео. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Здоровья вам и вашим близким!